Практикую я без малого уже 20 лет, а офтальмология меня привлекла своей микроинвазивностью и высокими технологиями. Моя работа затрагивает почти все научные сферы в офтальмологии. Это хирургия катаракты, это хирургия глаукомы, это хирургия сетчатки. Единственное, чем не занимаемся мы в клинике, это онкоофтальмологией. Помимо работы, я люблю заниматься спортом. Для меня важно иметь в здоровом теле здоровый дух. О своем зрении я забочусь таким образом: 40 минут активной зрительной нагрузки и 10 минут отдыха.